Итак, друзья, с вами Rush на Нидзука и Киброид, и мы продолжаем онлайн-мясо по игре Battlefield 3. Сейчас у нас будет штурм вершины Домаванды. Чего? Домаванды? Молдаванды, балды. Черт. Не ожидал, что такое сложное название попадется. Вообще, я нормально читаю, как бы. Такое сложное задание попалось вообще. Так. Что тут такое? Не получилось у меня. Что это за карта? Пилотом. Ты летаешь, нет? Нет. Ну то есть я там сидю, но я не пилот. Ага. Жалко. Вы все должны защищать эту цель. А, мы еще и обороняемся. Вообще отлично. Может парашют попробовать прыгнуть? Ну-ка. Попробуй. Ну открылся он или нет, я что-то не понял, блядь. О, открылся. Теперь я не могу перепрыгнуть. Ой, блядь, куда я спрыгнул-то? Куда? У, или это побежал. Кстати, кто-то меня успел, пока я летел, еще и стрельнул. О, нихера себе, что это? Ай, блядь, я думал, он дохл, я ему аптечку кинул, ладно. Что-то происходит. Где враг? А, мы тут уже, я помню, играли на этой карте. Конечно. И тоже, по-моему, оборонялись. Да. Было дело. Сволочь. Сверху идет, справа от тебя. Сверху, это как понять сверху? Вот с горы спускается или на здание? Блять! Да, 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 именно с горы. Я почему-то я слева кто-то упал. Так, ладно. Это самое начало, так что пока париться не буду. Сейчас мы их отымеем. Как так? Ты, кстати, жив, он. Я сзади тебя шел, он меня убил и шел в твою сторону. Ну так я еще раньше тебя убил. Да нет, я видел, как ты бежал, когда я уже падал. Да. Ну я заверяю тебя, что я недолго после этого прожил. Ну, понятно. Че, взорвали, что ли, что? Конечно. Блин, ни хрена себе, елки-палки. Вижу врага. Он побежал. А вот он, сука. Молодец. Нужно отступить. Ура! Как ты, сука, откуда появился? Черт. Как привидение выскакивает. Да, они такие, их тут полно. Так, что тут у нас? Ух ты, слева обходит гад, да? Ну что? Какой бронированный, а, попался? Так, тихо. Ты куда пошел, сучка? О, блядь! Это что такое было, блядь? Где эта тварь? Он тут всю стену разворотил, блядь. Куда он делся, сука? Внимание, противник заложил взрывчатку. Блять, они заложили, суки.
Как ее разминировать-то, блядь? Зачем ты меня, блядь, этот, то есть не ты, но наш меня убил, я хотел разминировать. Вот дебил. Что с ракетой ее? Бывает, бывает, такое случается. Они дали мне мой шанс использовать. Взрывчатка обезврежена, прием. Ладно, хоть обезвредили другие. Где все враги? Они у нас в тылу носятся, ебать. Да? Да. Тогда Чип и Дейл спешит на помощь. Это не наш. Вот он. Нет, это тоже не наш. Где он, сука? Где-то, блядь, в тылу засел и херачит. Они в здании наверняка. Знаю, сейчас посмотрю. Я не могу. Они у точки Б. Или А. Снайпер противника. Снайпер врага обнаружен в вашем секторе. Прием. Где этот, сука, снайпер? Разве тут? О, ветролет. Садись, я буду. Чувак, ты умеешь летать? Не-не, я пересел, давай, садись. А все, уже поздно. А чё, кто же летит? Внимание, противник уже взрывчатку. Тут другой. Блин. Сука, одного я убил, второй убил меня. Блядь, да я, ну, кто хотел бы спрыгнуть с парашюта. Вот доверишь управление всяким дилетантам. Что там делаешь? Отступаем, ребята. Блять, уже отступаем. Бегаю. Так, уже сверху прилетел. Черт, что-то тут, блять. Наверху. В заборах запутался. Это наша цель. Ее нужно защищать. Еще один прилетел. Вот, сшибли в воздухе. Наверху высаживаются, на крышу все. Сейчас я подойду. Иди отсюда. Блин. Так. Так. Фух. Бежит к точке А, внутрь забежал уже. Еще один бежит. Блин, слишком далеко. Могу достать. Ага. Дебил! Вот придурок, прибежал и убил меня свой. Ай! Да, сейчас чувствую, а заминировать. Я тебя запомнил, сука.
Удержись, педрила. Сейчас я тебя отомщу. У нас опять четверо. Ух ты, тварь, мать твою! Блин, ни хрена, неужели я в него не попал? Он тоже с дробашом, ну понятно. Тут он песни поет. Кто-то из нашего отряда? Вроде нет. Так, я же медик. Нет, ну-ка. Не из нашего. Этот... Не надо его вживлять. Дай... А, этот мудак, что ли? Который своих мочит. Да. Сука, у меня целится, блядь. Он побежал за тобой, я понял. Он за тобой маньячит. Пусть маньячит. Я его еще раз убил. Ну можно я его оживлю, ладно, а то ну мне же очки за это идут. Оживляй, оживляй. Вдруг он по ошибке своих мочит, кто его знает. Да, совсем по ошибке. Стоял полчаса, на меня пялился, потом застрелил. У него палец сорвался с курка, как бы. От нервов. Конечно. С тобой, если что, у меня есть аптечка, так что ты не переживай. О, бля, кто тут нахуй свалился? Это не твой друг, я там упала. Такой свалился, как мешок с говном. Это он, наверное, нет, это тот, который тебя мочил, нет? Нет, это не он. Не он? Нет. Потому что он решил тебя напугать. Рядом что-то такое шлеп, что-то такое упало. Блин, как наверх-то забраться? Да. Отступаем, отступаем! Опять мы отступаем. Конечно, а как же. Мы... Забыл? Мы же всираем постоянно. Это мы... у нас роль такая, да. По сценарию обязаны. А что ты наверху собрался делать? Как что? Отстреливать гадов? Ай-яй. Оп, да. Внимание, противник установил заряд. Прием. Блять. Внимание, противник заложил взрывчатку. Прием. Где они там установили? Кинь мне аптечку. Сейчас. А где ты? Блять. А здесь я, сзади тебя. Стой, не беги за мной. Че ты, бля? Вот аптечка, бери. Взял? Взял. Да ёлки-палки, просрали. Пока мы тут на крыше херней страдали, и нас там взорвали. Да мы-то как раз херней не страдали, я кого-то убил. Да, результаты не впечатляют, абсолютно. А вот один урод тут по имени... Забыл, как его зовут. Он херней страдал. Меня замочил и пытался второй раз. Эктор Т его зовут, во. Сразу после тебя идет. Так, ладно. Этот выпуск прекращается. Встретимся в следующей серии, друзья.